Неловко, что вы из-за меня задержались в офисе. Но аромат действительно потрясающий. Это вы еще кофе не пробовали? Вам с сахаром? Мне с грустинкой кофе, пожалуйста, можно? А мне с сахаром. Подайте, пожалуйста, шкафу на верхней полке. Мне с грустинкой кофе и с дымкой горчинной. Есть в неясности мысли и закон непреложный. Улыбаясь, всегда отвечать. Все отлично. И след... Продолжай. И следить за неясным весной изменением. От красавицы робкой к легенде столичной. И молчать, запасаясь до края терпением. И всегда отвечать: у меня все отлично.